череп. Такой стилек оверсайз. Да, сегодня день такой замечательный. Скоро в отпуск. Вот я пришла. Здесь у человека сердце трясется. Да. А у меня белорусского дизайна кофточка. И у нее белорусского дизайна кофточка. Дизайнера. И дизайна тоже. И не только. А у меня, смотри, так как у школьницы. Хопа, на челочка, так за ушко. Боже, какая красивая. Откуда пакет такой модный? Это же... Огурцы. О, да, я взяла огурцы в Пулбере и купила. Понимаешь? У нас тут Милане. Но только белорусские, они натуральные. Да, вот цвет. Вот возьми пакетик под цвет с твоей. Вот специально. Я вот как знала. Что несем? Мы несем счастье, а вы? Всем привет. Мне кажется, я всегда, когда начинаю разговаривать на видео, я поправляю свои волосы. Так, я уже успела сходить на ресницы и успела принять работу. Сегодня мне привезли. Я очень долго ждала, целых 2 месяца, пока это все изготовится. И сейчас вам могу показать. Я такая довольная. Смотрите. Полочки. Здесь у меня иглы. Ну, я еще, короче, не решила, как я буду все ставить, но пока как-то так. Здесь будет умывальник еще, вода еще не текет, но скоро будет. Вот, короче, золотая штучка, как стеллаж мой, и вот эти штучки мне очень нравятся. Они позанимались, ездили на занятия и теперь пришли на площадку детскую. Играем. То есть Соня играет, а я смотрю. Вот. У меня занято. Разбираю вот тут эти шкафчики, которые стояли. Вот они уже готовы. Пока принтер, компьютер будет стоять так, пока я не закажу консоль. Потому что нужно еще заказывать консоль. Жду. Я тут. Жду, пока приедет Влада, друг, и поможет мне вот это все вывести отсюда. Мне кажется, так стало намного лучше. Более чище, я бы сказала. Нету никаких мелких. А еще вот тут. Вот это все тоже здесь не будет стоять, будет консоль. Вот в таком стиле, как это, стеллаж. Кстати, эти стеллажи мы решили с Дашей, что поедут к ней домой. Поэтому сейчас я жду Егора. Мы это все, часть какую-то завозим ко мне домой, а какую-то часть везем Даше и будем... Сегодня ее собирать. У нее есть комната маленькая. Мы решили, что сделаем ей там гардеробную. Вот. Сонечка. Только не взяли с собой никакие игрушки для песка. Какая-то туча идет. К нам надвигается. Ну, немножечко поиграем. Свои игрушки можно взять у кого-то. Соня. Пока жду перевозчика Егора. То есть решила взять себе Раф. И вот такой вот не донесла. Приятного всем аппетита и мне тоже. Мы уже у Даши.
собрали. Сейчас вам покажу, как смотрится. Вот так. Короче, сегодня день мебели. А у тебя молоко есть, чтобы кофе пить? Нету. Даша, вы рады, что у вас теперь появились шкафчики? Да. Я очень рада. Что у тебя там капает? Ой, это вода. Говорю, Даша, дай что-нибудь сладенького к чайку. Маме дала такую штуку. Сейчас посмотрим, что это. Такой шарик. Даша, что внутри? Маршмеллоу. Что-то не хочет настраиваться. Сейчас откусим, попробуем. Вообще, оно должно ложиться в что-то горячее, то бишь кофе или какао. Ну-ка. Шоколад вкусный, не дешевый. Это очень важно. Внутри маршмеллоу. Ну, прикольно. Ну да, типа шоколад тает, и оттуда эти штучки выпрыгивают. Будем уже прощаться на сегодня. Этот день себя исчерпал полностью. Даша. Всем пока!